Жестокие разборки школьников под Синим закончились спецучреждением для зачинщиков расправы над 15-летней девушкой. Напомним, речь идет о случае, когда в феврале группа школьников избила знакомую в воспитательных целях. Начинаем. Громче, быстрее. Антошке записать, и Тимурчику. Девушка стоит на коленях перед толпой подростков, которые наказывают ее, по их словам, за маты и длинный язык. Им от 13 до 16 лет. Один из подростков выложил видео в сеть, после чего к делу подключилась полиция и следственный комитет. Детей поставили на учет, родители оштрафовали, но этим наказание не ограничилось. Судя по всему, профилактические беседы оказались бесполезны. Отдельное дело заведено на 16-летнюю школьницу, которая стала зачинщицей расправы. Кроме того, в инспекции по делам несовершеннолетних посчитали необходимым перевести их из обычной школы в спецучреждение. В отношении 16-летней девушки составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающий ответственность за мелкое хулиганство. В настоящее время готовятся материалы в суд для принятия решения о помещении 5 подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в городе Красноярске.